нефтекумцы и гости нашего города. Мы рады приветствовать вас в праздничном зале Дворца культуры «Нефтяник». Мы от всей души поздравляем всех вас с замечательным праздником – Днем города! Сегодня мы отмечаем юбилей – 55 лет. Это прекрасная дата. За этот небольшой период столько важных событий произошло в жизни города. В пустынной степи выросли многоэтажные дома. Появился парк, были построены заводы, новая поликлиника радует жителей города. Активно развивается нефтяная и газовая промышленность. А сколько всего важного и интересного нас ждет впереди. И пусть этот день послужит импульсом для вдохновленной работы на благо нашего любимого города, на благо всех, кто называет себя нефтекумцами. Лауреаты 14-го международного фестиваля конкурса детского творчества в королевстве Испания, ансамбль современного танца «Созвездие», руководитель Галина Горьковенко.
не секрет, это что мелодия в той песне нет, но опускай слова, песни 200 лет вместе, но ведь песня потому, наверное, и жива, когда шумят ветви над землей. В 1998 году впервые было присвоено звание «Почетный житель города Нефтекумска». Решением Совета депутатов города почетное звание присуждается раз в 5 лет к празднованию Дня города. И сегодня этой чести удостаивается Галжев Ахиллес Фотиевич за выдающие заслуги и в честь 55-летнего юбилея города. Ахиллес Фотиевич является ответственным гран-при Федор Кабаченко и лауреат международного конкурса «Планета музыки» город Севастополь Софья Бордюкова. Встречайте! Номерами, и на нашей сцене автор и исполнитель Игорь Гребцев. Встречайте! Дорогие друзья, уважаемые жители и гости славного города Нефтекумск, позвольте мне от всей души поздравить вас с этим замечательным праздником, с юбилеем города. Действительно трудно представить, что еще полвека назад здесь практически по большому счету ничего и не было. И этот город построили ваши отцы, ваши деды, и теперь это благородное дело продолжаете вы. Успехов вам, здоровья, счастья. И эта песня вам в подарок. Нефтяников добрая сила горе спасала, счастье давила. Будем с тобою и впредь вместе, родная Роснефть. Роснефть, вместе и навсегда. Ты как путеводная пыль.
небе звезда, и твердой дорогой по жизни идем. Роснефть, мы тебе эту песню поем. Роснефть, вместе и навсегда. Преград путеводная в небе звезда, и твердой дорогой по жизни идем. Роснефть, мы тебе эту песню поем. Польша. Народный ансамбль «Грация». Руки теплые в раю.
Счастья, благополучия, уверенности в своих силах, а также в завтрашнем дне. С праздником, дорогой Нефтекомск! Уважаемые друзья, Роснефть Ставрополь-Нефтегаз дарит вам концертную программу с участием симфонического оркестра Ставропольской государственной краевой филармонии. Главный дирижер и художественный руководитель Андрей Абрамов. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. С праздником вас, замечательные жители прекрасного города Нефтекумска! Это действительно замечательные дни, не только позволяют нам быть счастливыми. Ну что ж, оркестр готовы? Прекрасно. Итак, симфонический оркестр Государственной Ставропольской филармонии на сцене Дворца культуры города Нефтекумска в честь юбилея. Ура! Я приглашаю, дирижирует сегодняшним концертом главный дирижер оркестра Андрей Абрамов. Прекрасной музыки великого чешского композитора Антонина Дворжака открываем мы свою праздничную программу. Славянский танец. Музыка Антонина Дворжака. Оркестр Ставропольской государственной филармонии. Thank you.
артистка Ставропольской государственной филармонии, народная артистка России Ольга Мещерякова. Композитор Имре Кальман. Песня «Сильвы» из оперетты «Сильва». Ольга Мещерякова. Oh!
греческая классика, зарубежная классика. Испанский композитор Винченцо Чиара, испанское болеро. В сопровождении оркестра поет солистка филармонии Елена Останкова. Будет самой любимой и самой исполняемой в мире.
Надо ли говорить о том, что так оно и случилось. И сейчас звучит совершенно изумительная музыка Жоржа Бизе, знаменитая и неувидаемая хабанера из оперы «Кармен». Елена Станкова. Yeah.
И, конечно же, мы сегодня вам привезли только шедевры. Ну, раз уж мы так часто бываем, часто в кавычках. Вот поэтому, безусловный следующий оперный шедевр, задержимся во французской музыке 19 века, Шарль Гуно, серенада Мефистофеля из оперы «Фауст». Мефистофель, исчадие ада, исчадие зла. Но сколько обаяния, сколько красоты, а какая музыка. Исполняет солист филармонии Александр Вечеркин. Oh!
Опера «Гнева Фауст» заканчивается потрясающим балетным дивертисментом. И надо сказать, что и костюмы, и все то, что музыка, дописана эта картина была позже, это все украшение и как бы логическое завершение оперы. Ведь Фауст ценой своей бессмертной души получает вечную жизнь. К чему он приходит? К краху этой самой души. Два номера из балетного дивертисмента оперы Шарля Гуно «Фауст». Вальс и танец нимфы с сатирами исполняет оркестр.
Следующий номер нашей программы приглашает вас в богемный, иллюзорный Париж. И опера итальянского композитора Джакомо Пуччини так и называется «Богема». Надо сказать, что очень многие композиторы обращались к этому сюжету. Но именно эта опера стала самой любимой на этот сюжет. И до сих пор она является вот самой репертуарной, самой исполняемой. Это безусловный оперный шедевр. Мы слушаем сейчас вальс Мюзетты, главной героини оперы. Вальс Мюзетты из оперы Пуччини «Богема». Исполняет солистка филармонии Марина Севцова. Турандот. Мария Севцова.
Появилась в комической опере «Орфей в аду». Давайте послушаем ее сейчас так, как когда-то ее написал великий Жак Оффенбах. «Кан-кан» из увертюры оперы «Орфей в аду» исполняет оркестр. Будь ты равный.
носит Вену в Австрию 19 века. Вена — огромный манящий город, неотразим блеск его дворцов и памятников, неповторимое очарование улиц, садов, парков, молчаливых хранителей памяти, творивших здесь гениев музыкантов — Гайдна, Моцарта, Бетховена и, конечно же, Иоганна Штрауса. И так же, как мы не мыслим Вену без Иоганна Штрауса, так же мы не мыслим Иоганна Штрауса без его замечательных вальсов. Его назвали королем вальса еще при жизни. И действительно, он оставил нам в наследие более 500 вальсов. Но Иоганн Штраус писал и в других ритмах. Это и марши, и мазурки, и даже его великолепные бессмертные польки. И вот сейчас одна из таких полек зазвучит в нашем концерте. Полька Иоганна Штрауса «Гром и молния» исполняет оркестр. Сегодня сколько раз это звучала фраза, но я позволю ее повторить еще раз.
с 55-летием образования города Нефтекумска и с 60-летием первой Ставропольской нефти. Это очень значимо. Общество РН «Ставрополь-Нефтегаз» помимо вот этого концерта для горожан дарит еще один подарок. 7 сентября в субботу на площади Ленина города Нефтекумска состоится концерт группы «Ронда» с бессменным солистом, замечательным Александром Ивановым. И, конечно же, будет праздничный фейерверк. Еще раз с праздником, а у нас звучит потрясающая музыка Жоржа Бизе. Это знаменитая «Фарандола». Исполняет оркестр. До новых встреч! Мы вас любим, мы вас обнимаем. До свидания.